практически реклама термобелья Рука. Иван, как тебе термик? Хороший. Вот Андрей угостил сегодня термобельем. Угостил. Серега тоже прокомментировал. Сезон пробегал. Как грудь колесо? Как говорят блогеры, когда человек видит направленную камеру, сразу в телеведущего превращается. Собрались потренироваться к охотничьему биатлону. Здорово. Это у тебя что, кошка там? Решили смастерить мишень такую вот. Подручных материальчиков. Да, Серег? За 5 минут. Из того, что здесь нашли. Чтобы было интересней и эффективней тренироваться. Шли пешком. Ноги проваливаются. Вот так вот. Сек, покажи, как ты проваливаешься. А теперь на четвереньках покажи, как это идет. Я не стреляю. На четвереньках покажи. На корточки встань. Не, смотри. Реально. Почему у меня трой? Так, резко. Трой, ко мне! Ай-яй-яй. Красавчик, блин, опять. Во. Провал. Кстати. А! Трой! Дорогу не порти, пацанам. Прорекламирую, заказал bafeng.rf у ребят с Кирова. Антенна 1500 рация, 8-ваттная. И антенка 300 рублей. Как дела, Ванюк? Ты что здесь, какими судьбами? Хорошо, когда есть у тебя уголок возле леса, поля, реально с чистой природой. Такая отдушина. С детства хотел, мечтал иметь баньку, дачу, но получилось раньше. Другого слова не подберу, это реально ранчо. Не ковбойское, а такое душевное. Мне кажется, это важно. В итоге вот по этим часикам Garmin отмерили Garmin Fenix. 750 метров, да, в одну туда-сюда будет 1.5. Прибегаем, 30 метров стреляем в мишень. 3 выстрела и еще 1.5. Так же, как в прошлом году на биатлоне. Ссылочку хочу. Добавлю сюда. Мишень одну взяли только, да? Вот. По очереди на 2 комплектах лыж. Придется изыскать время. По правилам. Пули в кармане. Приехали специально на полигон. Ой, ко мне! Ко мне! Малой, наконец-то, скажи, ты меня выпустил гулять, да нормально? Андрей! 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 Трой, ко мне! Ко мне! Иди ко мне! Иди ко мне! Ко мне! Спасибо. Ага, там есть вагон. Вообще мимо, нет? Вообще мимо. Походу вверх. Thank you.
Погнал. Давай. На любых соревнованиях поддержка очень сильно важна. Давай, Андрей. Сейчас жарко, походу, да? Сколько? Сейчас погоню я сам. Отбегали. Серег, какие выводы? Быстро такие основные. Курение вредит вашему здоровью. Бросайте. Сейчас сделаем разбор. Скажем так. Полет. Парни поехали за квасом. Недолго. Для бани. Я в это время винничек. Это вот парочка. И тушенку. Лучком сейчас затушу до конца. Короче, добавлю. Самая простая горячая мужская еда. Смотрите, банька вот уже у меня протопился. Лягушка.